Торжественная церемония открытия первых международных молодежных летних студенческих игр «Молодость Приморья» состоялась во Владивостоке. Участников и гостей масштабного мероприятия поприветствовал губернатор Олег Кожемяка. Символично, что первые международные студенческие игры проходят во Владивостоке, который стал молодежной столицей России 2024. Приехало около 1000 участников, среди них более 500 спортсменов из России, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Индии и Республики Узбекистан. Студенческие игры – уже четвертый международный проект на территории края, который входит в число флагманских спортивных событий в стране. Эти игры станут символом дружбы и мира, единства между молодежью, участниками этих соревнований. Послужат основой для дальнейшего взаимоуважительного сотрудничества на долгие годы. И я вам желаю, дорогие ребята, показать все свое спортивное умение и мастерство с тем, чтобы вы завоевали как можно больше медалей, чтобы в честь ваших спортивных побед играл гимн вашей страны, поднимался флаг вашего государства. Дерзайте, и пусть этот праздник молодости, спорта и дружбы оставит у вас самые яркие впечатления. На церемонии открытия ярко и эффектно были представлены страны-участницы состязаний, спортивные дисциплины и символ молодежных игр «Леопард Аякс». Также на мероприятии подвели итоги первого дня. Губернатор Приморья наградил победителей соревнований по легкой атлетике. Второе место награждается Максим Жилин! Тугу Хабаровск, Россия! Напомним, соревнования проходят с 21 по 26 июля по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяка. Сборные команды Владивостокских университетов встретятся на состязаниях с сильнейшими командами Дальнего Востока, Республики Беларусь, Узбекистана, Корейской Народно-Демократической Республики, Индии и Китая. Всего будет разыграно 383 медали. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.